Так. Так кто вообще продолжаем. Сигнал левый? Да, тут то был не только тот. Что не то. Дальше. Что там нашел? Да ты прибыл. Что-то есть. А не лопата, Юр, убери лопату. Да не. Ногу оттуда. Нет. Ну так давай копну. Катушкой проверни. Да. Выше. Вот здесь. Давай выкоп. О, есть, вот. есть. Двацулик, да? Двацулик, да. Так, и тут же сигнал. А ну-ка. Ага, серебро. Хорошо. И здесь, Юра, где-то. Или вот здесь, или там. Вот тут сигнал. Ну я сюда бросил его. Может, он и был? Нет, не дорыли. Не докопали, что тесно. Вот так и происходят наши ночные копалки. Их надо здесь, блин, в кучу. Клады всегда копаем, вечные, только да? Ночью. Чтобы мы их не погубили. Давай выкладем десь якусь кучу, блин, и будем складать ці всі монетки. Бо я боюсь, мені таке чувство, що я пару штук загубив. Слышишь? У нас все в сумочке воно. Ось вот. Есть. Под этим самым. Шо, шо, шо? Манитос. Шо? Усе, полтос. Полтос? Да. Дивіться, як смотрите, Женя снимет. Тихо. Так, Настя, принеси так, мою камеру, включи свет на камерный. Видно, там красиво будет. Круто. Ну, давай, Юра, хай сейчас. Снимешь. Не, свет хай включи хороший. А есть та камера света? Да, у меня камера и свет одів. Да ладно. Видно, все у нас. Давай. Что за полтинник? Ну, судьба, давай. Да по-любому тоже это. Молотобой. Сейчас кайфули сделаем. Ну, там были эти со звездой. Так, ребята. Полтосик. Як ви думаєте, що у нас тут? Я думаю, молотобус. Чики-дрики. Давай. Опа! Є! А блясніт как! Красота, как новенький. Кайфули. От это не полтосики лезут. Клас. Просто бомба. Хорошо. Ну, 20 лет, да. Ну, то прям... Не, вообще надежды не было, чтобы будут полтинники сегодня попадаться. Думаю, блин, ну хотя бы пару сибребрух. Сибребрух, каже. Уже заикаюсь. Так глянь, какие они классные, ё-моё. Будем по 77 штук свои гладить, да? А вот так, если бы не ушел бы, блин, до сих пор бы по той сове там ходили. Все, копаем дальше. Монеты прут, копаем. Так, давай.